Тогда Ромео и Джульетта. Получается, хорошо, что они умерли. Ведь они столько преодолели ради своей любви. А выдержала бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит, звонит. Или что он носки по всей квартире разбрасывает. Привыкшая за ним мама, леди Монтеки, подбирает. И что он ходит по квартире в одних трусах, чешет там себе. Пардоньте. Нет, я понимаю, он из-за нее подвиг совершил. Но это когда было? И один раз. А чешет он все время. Она говорит, ну, мы же любим друг друга. Ну что, я не потерплю? Ну, чешет. Ну, невозможно!